Всем привет! И сегодня мы решили повозить сено. С этих полей тут осталось еще один рейс, и то будет неполный. Так как ПТС-ки борта у нас не открывается, получается только грузить по 3 рулона. Если бы открывались, то можно было бы загрузить 5, а то и 6 рулонов, а то и 7. А так получается у нас по 3, и рулоны у нас большие. Попробовали мы просто так вести, третий все время сваливается. Сейчас попробуем связать трещоткой и тогда вести. Ну, не должны же тогда, не должен он упасть. Так что связываем. С этих полей последний рейс. Один спереди и три сзади. Все четенько. Вот
кто-то тоже на МТЗ поехал, балки какие-то повез. Надо было бы мостик подсыпать. Только нечем. По воде вон. Снова привет, у нас очередной день. Мы опять едем. Да, мы опять едем. И едем мы по причине, нам отдают овечечку. За ней некому смотреть. И поэтому нам написал подписчик. Огромный ему привет. И едем забирать. Там мы снимать, конечно, не будем, но овечечку мы вам потом покажем. Мы даже не знаем, как она выглядит, что, но... Да, даже возраст не знаем какой. Вот. Ну, отдают, надо забрать. Вот. Ну, конечно, не с пустыми руками, но все равно. Так, сейчас надо будет направо повернуть. Ну. Вы смотрите на мое лицо. Вчера сваркой я полил лицо, немножко подваривал квадрик. Дети переломали квадрик пополам. Плюс еще заболел, температура. А завтра на смену. Я вообще завтра не представляю, как я сутки отработаю в таком состоянии. Но надо. По-любому работать надо. Как-то не знаю, или продуло где, или что. Приболел. Сейчас мы находимся в станции Скайста. Лицо болит. Самому как-то хреновенько с температурой. Блин. Надо же было так. Ну ничего, выздоровеем, прорвемся. Да, сейчас осень. Ничего, сейчас овечечку заберем. Приеду домой, буду отсыпаться, отлеживаться. Отдыхать. А, по озеро приезжаем? Да, это понятно. Да, нет, не то озеро. Нам до тех озер еще ехать и ехать. Даже с собой был одежку взял переодеться. Переоделся. И забрали овечечку. Уже везем. Какая? Теперь я понимаю, почему решили ее кому-нибудь отдать. Она очень активная. Она с характером овечечка. Так что ей в стаде будет тогда хорошо. Она перевоспитают, надеюсь. Потому что очень она шустрая, прыгает и...
только вот недавно успокоилась в багажнике, все, она пыталась там подлететь, встать. Так что вот так вот. Ну, уже по приезду домой, тогда вам ее покажем. Потому что не хочу сейчас на дороге останавливаться, пока она вот успокоилась, сейчас быстрее летим домой. Ну вот, привезли мы овечечку. Вот наши ходят. Ну, крапиву не хотят есть. Обкололи. Так что, Гунтес, огромное тебе спасибо, что написал. Мы ей уже обкололи витаминчиков. Будем ее выпускать к стаду. Теперь тоже она обколотая. Надеюсь, они выйдут. Барьки, 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 барьки. Барьки. О, выскочила. О, какая красавица пузатая. Мне такое ощущение, что она и покрытая. Ой, приняли ее. Гриша, проверь. Гриша, вот эта Ярочка. Она бегать не умеет. Она очень активная. Вот она пошла. Она как-то ее интересно назвать. Она выглядит как будто покрытая. Явно у нее скоро будут малыши. Правда, Барики? Бари, 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 Бари. Бари, Бари. Ой, я вам хлеба не взял. Бари, 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 Бари. Барики, барики, барики. Барики. Да и нету ничего. Ой, и она даже идет. Вот она ходит спокойно. Влилась. Влилась в стадо. Хоть ее он обнюхивает, но. Молодец, молодец. Баренька. Вот тебе мужик рядом ходит. Правда, Гришка? Гришка сзади проверяет. Гриша проверяет. Гришки Боба новая. Гриша сзади. А может и не покрытая. Раз Гришка сзади уплетовый. Ну вот, это все тут девчонки теперь. Гришка тут один хозяин в стаде теперь. Один мужик. Это все девчонки. Правда, девчонка? Ты уже бабулька. Да, девчонки, девчульки. Это шипунья главная такая. Нормально. Вольется в стадо. Чего там тебе? Она уже раз приносившая. Да? Да, у нее очень хорошая вымя, рассосанная. Видно, что... Так мне такое ощущение, что она вообще покрытая. У нее бока, посмотри, я какие. Я пощупала, да, есть такое подозрение интересное, непонятное. Либо она так перекушившая, либо там кто-то живет. Потому что у нее, вот смотри, как наши кругленькие, наевшие, но а у нее такие выпирающие бока, как... Ну вот такой как... этой вот засранки, вот, у нее часто бывает.
стадо она влилась хорошо. Да, да, да. Вон, ну, видишь, хорошо, какие вот, видишь? Я говорю, вот, вот видишь на ее бока какие выпирающие, как будто она покрытая, как будто она вот-вот должна принести. Гришка сзади ходит. И мамашки сзади. Одна и вторая. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Она и молодая, одна черная. Гриша забодает. Ну, потому что мамашка сзади идет. Это ж мамка да, ейная. Да, да, да. Зато и черная сзади идет. Угу. А за мамкой. Ну, а Гриша, Гриша как привязанный сзади. Ну, ей свобода. Так она да. Была ж на цепочке. Да, она бы ее выводили на привязи. Теперь в загоне будет. Ой. Ну, думаю, что-то я в руках вкусненькое, наверное, держу, правда? Правда? Бабулька ты наша, бабулька. Да, бабулька. Мамашка. Шипунья. Нет, шипуньево. У нее морда квадратная такая. Бабулька. Ну посмотрим бока эти. Если она ну, как знаешь, клюву стоят, она кушает и кушает, и кушает. Ну, посмотрим, тут да. Зажгуляют. Ну, надо за ней посматривать, да. Потому что я говорю, у нее бока какие-то подозрительные. Если они спадут, тогда да. Тогда. Просто полненькая. Он же он наш, он, посмотри, он круглый и круглый, он ну, пошла. Да. Он где мамашка, он пошла. Да. Бум-плум. Только лапки. Хотя, блин, мамашка может быть и покрытая. Она же принесла самое первое в прошлом году. Да. Могла и раньше опять идти. Ну ее сейчас перегоняет. Ну копытце, вот, блин, жалко. Надо было ей передние какая-то. Ну ничего, может побегает сейчас немножко пообточит сама. Хромать она вроде не хромает. Ну эту бабу-ягу постричь надо. Да. Ну, в хлевство это вот будет теплее, и постригу я ее в хлеву. В хлеву, как у нас жарко. Угу. Да, я ее постригу. Вот это что ярочка не растет, какая-то не понимаю. Вот, вот это крикливая. Ну, это да. Ну, она самая из последних, да. По-моему. Это. Ну, был где баранчик вот этот маленький, где повесы даже, что ли, где 30. И вот это, вот они два прикольные. А, смотри, ее принюхивают, она же присаживается. Наши. Грышка, сделай УЗИ. Видишь, он пытается сделать. Да, и смотри, вот. Может, да. Не покрыто. А может и не покрыто, да. А, харчит. Она как харчит. Да. Слышишь, вот как да, она? Да, она не мекает, она харчит так. Сало, что вот она? Это мамашка. А не, это не мамашка, это уже из молоденьких. Ну что, может, тебе ручная станешь? Ну, она что-то подходила. Ну, потому что все подходили. Не, ну, будешь подкармливать ее с рукой, все будет. Ну, ничего, тут ей все ж веселее в стадии, а так бы, может, кто-нибудь забрал бы, на мясо зарезал. Да, вижу, она сразу спросила. Да. Даже у нас сразу спрашивали, вы на мясо ее зарежете? Ну, не, в стадо. Будет жить, рожать. Тем более такой ухажер у нее. Лапки коротенькие, маленькие стоят. И не лохматые настолько, только до колена. Все равно такая. Ну, все равно такая низенькая. Да. Ну еще молодая. Они же обычно, вот я говорю, вот интересно, приносила она или нет. Если она уже приносила, то все, она уже сейчас только будет мягкая, ну, круглая. Если не приносила, принесет, тогда она еще будет расти.
же вон какая-то шипунья. Посмотри, какая красивая в этом году стала. Ой, она еще мощная какая стала. Какая красавица. Вот. Морда квадратная такая. Характерная. И это вот где с Мартин, подружка, я тебе принесла. Тоже еще такая ходила. Ну ничего, еще. Гришка кайфует. Нюхнул. А вот я вчера поздно вечером начал чинить квадрик. Квадрик был переломан вот здесь. Со второй также вот стороны. Я вчера тут сваркой сварил. Зато и лицо обжег, потому что тут такие места, где надо все время присматривать. Тут вот все равно дырочка, надо еще подваривать. Это была часть вообще выломана. И внизу, вот за мотором, вот здесь был разломан. И с другой стороны вообще кусочек был выломан. Я уже металлический сюда прут такой хороший вставил и обварил. Он крепче, чем труба будет. Ну и там, конечно, я повставлял. И тут, блин, тоже, наверное, трещина. Очень жиденькая рама. Я примерно знаю, куда малые, куда Матвейка впилился. Тут надо еще переваривать. Примерно знаю, куда он впилился, что он его так переломал. Сейчас я думаю, надо. Это я вчера накинул мотор, чтобы примерно сойдется он или не сойдется, потому что рама была вся переломанная, держалась на моторе. Я тут все под рулеточку вымерял, состыковал и сваривал. Теперь я хочу обратно мотор снять, перевернуть его вверх ногами и сюда вот под низ или какие-то пластинки в длинь так приварить, там раскосы такие сварить, либо же вообще взять, у меня есть металл двоечка, вырезать такую площадочку и сварить полностью низ, вот эту часть, вот где вот он отломался, до вот задней подвески, отсюда пустить лист металла до переда, где-то вот вырезать, загнуть вот до сюда, вот как-то впустить его сюда и все это сварить листом. Будет плюс как защита снизу, так и, я думаю, будет держать. Плюс потом вставить мотор и сделать вот здесь, отсюда, наверное, до сюда какие-нибудь такие тоже трубочки, раскосики. Да, мотор тогда нельзя будет выбрать, это надо будет вваривать на вставленном моторе. Но в случае поломки серьезного, серьезно, что мотор, если что-то по-серьезному поломается, ну, флексом отпилится и все, и выберется. Но зато мы дадим вот тут такое жесткое ребро, если еще сюда разопрем. Что ломается он вот тут, где изгиб, если мы сюда за изгиб упрем сюда вот так, то будет крепче. Ну, вот такие дела. Вообще сейчас мысля есть заехать, купить еще один. Ну а это все остальное вы узнаете уже в следующем видео, потому что сейчас я буду думать, либо ехать за еще одним квадриком, либо Матвейке надо еще, ну, в любом случае, ему скоро день рождения, надо какой-то подарок думать. А во-вторых, мне завтра утром на смену, так что все остальное уже в следующем видео. А на этом все. Всем пока, всем добра и счастья, удачи и здоровья. Пока-пока. И огромное спасибо за Вечечку.